Привет, друзья! Сегодня я хочу вам показать интервью журналиста Дмитрия Гордона. Он был гость вечернего прайма на украинском телевидении 112 канал в Киеве. В этот вечер мы начинаем и далее говорить. 112 Украина – частный информационный телеканал, который с 2015 года считается общенациональным. Здесь вы услышите открытую журналистскую критику властей, жесткое обсуждение работы парламента, Рады, правительства и президента, пороки парохоботской системы управления, обвинения в коррупции, беспределе и воровстве, признание факта, что в управлении страны не более 10% нормальных, а остальные бандиты и воры, а народ – это обманутые бараны. В конце концов, мы услышим ключевую фразу, что говно – очень полезный продукт, так как оно является залогом качества будущего урожая. И это 100% правда. Такие признания на телевидении РФ категорически запрещены, ведь там вещают лишь о величии народа-богоносца. А еще вы услышите мнение Дмитрия о чемпионате по футболу и его обвинение о воровстве в армейских структурах Украины. У нас переплелось вообще так, как не должно переплетаться нигде, ни в одной нормальной стране. Я часто встречаюсь с послами западных стран. В неформальных беседах они говорят, вы банановая республика. Вы великая страна должны бы быть. У вас такой потенциал. Ваши люди приезжают в наши страны и становятся сразу на виду, делают политику, делают много открытий совершают и так далее. Почему вы внутри такие? Почему вы разобраться не можете? Они не понимают искренне, но почему так происходит. Ответить? Нет, а что я отвечу? Что у нас все происходит нечестно, что наверх пробиваются отбросы общества, что у нас нет кадрового лифта социального, что не лучшие поднимаются вверх, а худшие, что худшие, зная слабые места друг друга, имея толстые папки компромата друг на друга, скованные одной цепью, тянут друг друга вверх, чтобы потом рухнуть всем вместе вниз. Связанные одной целью, да? Связанные, скованные одной цепью и связанные одной целью. Денежной. И связанные преступлениями друг с другом. И как только один из них что-то захочет взбрыкнуть, ему скажут, подожди, ты же такой же, как мы. Мы же вместе все это делали. Вот дело в том, что за каждым из этих назначений стоит что? Деньги. Деньги. Вы знаете, как мне рассказывают, вот партия какая-то претендует на какой-то пост. А что претендует партия на пост? Потому что человек, пришедший на пост, начинает воровать то, что дает ему бюджет, плюс взятки. И с этих взяток, и с этого воровства кормится партия. На выборы, это порочнейшая из систем, которую только можно придумать. Это коррупция политическая в чистом, неприкрытом виде. Когда назначают людей на посты, деньгонесущие, и с этих денег кормится и руководство партии, и сами партии. Это замкнутый круг, порочная система. И как ее сломать, это я не знаю, что надо делать. И кто это будет делать? Я же не вижу людей еще, которые могут это делать чисто по своим возможностям. Потому есть ли у них команда, мы этого не видим. Порочный круг. Некоторые совестливые руководители очень серьезных ведомств говорят, ты знаешь, я ненавижу себя. Я ненавижу себя за то, что я вор, за то, что я был нормально воспитан своими родителями, у меня были идеалы какие-то в жизни. Я пришел сюда, и у меня нет выбора, я вынужден воровать, нести снизу доверху, собирать и нести. И себе оставляю, но я же не идиот, приходится и себе оставлять. А если не буду себе оставлять, мне скажут, ты что, тут самый умный, меня выкинут. Замкнутый круг для многих из них, там же есть нормальные люди, человечные, умные, добрые, понимающие, которых вот ветром занесло. И они себя ненавидят за то, что они участвуют в разворовывании страны, за то, что они на святых этих словах «Майдан гидности», «Слава Украине», «Героям слава» под шелест этих слов, под звуки гимна идет тотальное воровство, оболванивание населения. И они в этом участвуют, и им стыдно, и ненависть к и себе у них начинается. И значит, ненавидя себя, с огидою и відразу, и не продолжают воровать, да, и не могут остановиться. К сожалению, выбирают все-таки сильнее себя, и не хотел воровать, а ворует. Да? Ну, правда, получается как-то так. И знаете, что самое страшное, это то, что ведь столь нелюбезных сердцу ворующих, даже местами стесняющихся, людей опять украинцы приводят во власть, ну и как-то вот действительно...
да, это продолжает существовать, эта система, этот порочный, как вы говорите, круг. Потому что здесь ведь и мы, да, и мы, избиратели, как-то тоже изначально в этом виноваты мы. Население наше виновато. Оно в меру аполитично, оно покупаемо. И когда начнутся выборы, можете не сомневаться, пойдут опять по квартирам десятники, их будут контролировать сотники, их тысячники, потом десятитысячники, пятидесятитысячники, и опять понесут людям украденное у них, выдавая это за большое благо, и будут давать им деньги, гречку, колбасу, кетчуп, я не знаю, что еще. А в результате дадут баранку, потому что получат люди дырку от бублика, как всегда. Но в конце концов, идея. Нардепы это платят плоти своего избирателя. Конечно. Так или иначе. Конечно. И все пороки, все минусы, конечно, и недостатки, конечно, которые есть у политиков, абсолютно, к сожалению, нам стоит искать в том числе, да, и себе. Надо как нас, бы конечно, прискорбно это не было, это правда. Ну да, и вот нам Дмитрий Гордон постоянно напоминает о том, что у нас национальная идея какая? Воровство. Да, да, и но как-то мы очень надеемся, что удастся поменять эту национальную идею. Блестящий, и, знаете, очень блестящий советский режиссер, грузин Атар Ясилиани, началась перестройка, он жил в Париже. И он приехал в Киев, у него творческий вечер, его спрашивают, вот что вы думаете, вот приехав из Парижа, о нашей стране, о нашем народе? Он затянулся сигаретой и сказал, ну что вам сказать, страна говно, народ говно, ну как с ним поспоришь? Ну, знаете, на том, о чем вы сказали, и хлеб растет. Да, вот хочется, поэтому, чтобы это стало удобрением, на котором зайдут прекрасные плоды. Дмитрий, мы очень часто, очень много сейчас с вами рассуждали о том, что происходит у нас в стране, какие проблемы у нас в стране. И иногда, когда наблюдаем за нашими проблемами, за нашими вот этими местечковыми перипетиями, страстями, которые кипят, кажется, что а по-другому же, наверное, это и нельзя. А оказывается, можно. Вот давайте мы посмотрим о том, что происходит вообще на международной арене. Немножечко поднимемся над нашим политическим болотом. Посмотрим, так ли уж мы одиноки в своих страстях, в своих обвинениях, в своих политических баталиях. В России заявили, что ультиматумы от Великобритании терпеть не намерены. Во время выступления на заседании Совбеза ООН представитель России Василий Небензя заявил, ждут от Лондона доказательств причастности Москвы к этому делу. Российская Федерация считает абсолютно неприемлемым голословные обвинения, изложенные в обращении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй от 13 марта на имя генерального секретаря ООН о якобы причастности нашей страны к применению в Солсбери отравляющих веществ. Ну что ж, страсти кипят. Но вот как дальше будут разворачиваться события? Вы знаете, я очень верю в приметы, в знаки, не в приметы, в знаки. Вот смотрите, Виктор Федорович Янукович, сначала двери перед ним закрылись, помните, когда он заходил на инаугурацию? Тоже не помню, ты венок. А потом венком ему по лицу дала, да, и по нему, и по лицу, какие знаки были. Его уже природа изгоняла. Сегодня новый знак пришел. Вот Путин говорил, помните, тот самый Путин, которого в воскресенье благополучно изберут президентом России, он говорил, Россия встала с колен. Вот сегодня министр иностранных дел России Лавров, выходя на авансцену на одном из заседаний, это произошло пару часов назад, упал и рухнул прямо на колени. Это тоже знак, я думаю. То есть министр, вставший с колен страны, упал на колени в результате. То же самое происходит и произойдет с Россией. Иного не дано. Просто исторически, кармически иного не дано, потому что, замахнувшись на чужую территорию, убив столько людей, страна неминуемо понесет наказание. Конечно, возбудились англичане, конечно, возбудился весь нормальный цивилизованный мир, потому что все, что делает Россия сегодня, это уже, ребята, за гранью, это уже не смешно. Поэтому год назад я сказал... Вы живые свидетели, что в России чемпионата мира по футболу не будет. Что мне писали и говорили? Что я идиот, что я сумасшедший, что я умалишенный. Я единственный говорил и говорю уже год. Меня постоянно вы спрашиваете в этой студии. Так что, не будет чемпионата? Но зрители постоянно пишут эти вопросы. Я вам говорю, не будет весь этот год. Я говорю, не будет в России чемпионата мира. Нам и сейчас пишут. Я вам потом расскажу, почему я это говорил. Потом, когда его не станет. Но сегодня все уже чемпионата. Но сегодня все уже подошло к финальной черте. Чемпионат у нас в июне, сегодня у нас март. Все уже подошло к тому, что начинают сбываться мои скромные предсказания.
которые основаны всего лишь на знаниях. Теперь смотрите, Климкин уже заявил, министр иностранных дел, призвал международное сообщество бойкотировать чемпионат мира. Великобритания договорилась, я это точно знаю, с Францией, Германией и Соединенными Штатами о совместных действиях по бойкоту чемпионата мира. По бойкоту, что не поедут политики или не поедут сборные? Пока в Великобритании не едут только политики. Сборные нет. Сборные. Я вам скажу по секрету. Чемпионат мира по футболу планируется провести в Великобритании. Сейчас вскроется еще ряд моментов. Россия по-хамски, кстати, отреагировала на ультиматум Мэй. Вы это видели. То есть Захарова сказала, что с ядерной державой нельзя разговаривать в таком тоне. Ультиматум, 24 часа, что это такое. Они не понимают до сих пор свое место. На что им было недавно указано недвусмысленно. Сначала пресс-секретарь Белого дома сказала, вы из России, сидите. А теперь и англичане говорят, что сидите, заткните рот, сидите тихо. Кто вы такие? То есть Россия переполнена каким-то ощущением своей важности глобальной и международной. А важности-то нет. Ракеты, которые Путин презентовал, это все мультики, их нет, не существует. В 60-е годы американцы создали этот ролик и давно отказались от производства таких ракет. Нет ничего, кроме раздутых амбиций непомерно. И бабок, которые пришли, нефтедоллары, потому что такова конъюнктура была на нефть и газ международная. Нет ничего. Ученые разъехались, армия деморализована, люди живут в глубинке жутко. Воровство, коррупция потрясающие. Просто, к сожалению, все это можно отнести и к Украине. Да, все это можно отнести и к Украине. Но Украина не захватывает чужие территории и не заявляет, что она великая страна и не требует к себе уважения. Ну как ты к себе можешь требовать уважения, если ты стоишь на полусогнутых? А хотелось бы, чтобы требовала Украина к себе уважения. Нет, я про Россию сейчас. Ну как ты можешь требовать себе уважения, если ты на полусогнутых стоишь и бряцаешь несуществующими ракетами? А существующие, которые у тебя есть, они в плохом состоянии содержатся. Терпеть хамов. Хамов международное сообщество не будет. Да, оттягиваются какие-то процессы, потому что вмешиваются российские деньги, потому что есть какие-то личные обязательства, потому что. Но эта удавка хорошо намылена, и по миллиметру, по сантиметру она затягивается и затягивается. И развязка уже видна. Она видна. Какая будет развязка? Плачевная. Я считаю, что Путин, который выиграет в воскресенье президентские выборы, будет президентом недолго. Недолго, я в этом абсолютно уверен. Россию ждут большие потрясения, внутренние прежде всего. Недолго по меркам Путина, который уже там нет, сколько недолго, лет? Нет, недолго по меркам времени. Я думаю, что Россию ждут большие потрясения, потому что недовольства очень много, потому что китайский фактор, кавказский фактор, игиловский фактор. Неспокойствие, нестабильность. Кроме того, клин между элитами путинскими и самим Путиным, он вбивается со страшной силой. Сейчас на то, чтобы ответить на вопросы наших телезрителей из соцсетей. Владимир Князев задает вам дежурный вопрос, он, в принципе, постоянно спрашивает. Национальная идея Украины. Я считаю образование. Только образование может спасти Украину. Образование, чтобы люди не были похожи на подопытных кроликов, чтобы они отличали белое от черного, правду от лжи, и чтобы они могли интегрироваться в огромный мир, который уже очень хорошо образован, на равных и даже опережая остальных. Против насилия. Я считаю, что Украина еще один Майдан не выдержит. Хотя я знаю твердо, что есть большое желание у целого ряда крупных игроков устроить еще один Майдан. Но я думаю, что для Украины это будет разрушительно, и мы можем закончиться как государство. Перед распадом Советского Союза, не к этому будь помянуто, я помню, брал интервью у ведущего «Взгляда», самой популярной тогда программы в Советском Союзе, Владимира Мукусева. Я ему задал вопрос, как вы думаете, Союзу что-нибудь светит? Он сказал, думаю, солнце и больше ничего. Луна время от времени отражает солнечный свет. Ну и о полигоне спрашивает у вас Андрей Носков о 370 миллионах. Вот чем Широкий лан имеется в виду история. Это такая отвратительная история, которая меня перевернула. Вы знаете, на что может рассчитывать страна, в которой во время войны армия, на которую мы постоянно... Я трачу огромные деньги. Вот мы содержим армию, сколько волонтеры дают, сколько всего Запад помогает и все. И в таких скотских условиях, чтобы содержались военнослужащие, я вам скажу, уж я в советское время
в армии, мы в палатках много жили, и в том числе на полигоне Капустин-Яр, где ракеты пускали, в жутких условиях. Слушайте, мороз 40 градусов, буржуйки стоят в валенках спин и мылись раз в полтора месяца. Вот полтора месяца я один раз помылся. И все так спали в шапках-ушанках надвинутых. Ну и то не такие скотские условия были, как у этих ребят на широком лане. И вам не говорили, что по натовским стандартам вы будете существовать? Я бы сразу брал показательно руководителей этой части и судил бы их. Спрашивал, как вы можете допускать, чтобы солдат... Какой боевой дух у этих солдат, скажите, когда их как скотов там держат? Как они могут бороться с Россией? Что они могут вообще сказать о своей стране, которая... Мы, все деньги на армию, все на армию. Как можно так жить? Понимаете, проблема в том, что на этот полигон, на его обустройство выделили 370 миллионов гривен. Об этом, правда, народные депутаты узнали почему-то от нас, от журналистов, в том числе члены профильного комитета. Но нам клятвенно побожились, пообещали обращаться с депутатскими запросами, держать дело на контроле. Я уже сегодня. Никого не накажут. Точка. Потому что они все повязаны. В 21 веке держать солдат за быдло такой в воюющей стране, это преступники. Три года подряд, Дмитрий. Преступники. Три года подряд преступники, такая ситуация. Воры, преступники, плане. Негодяи. Вот таких вот пару расстрелять, я условно говорю, но не условно, военное время. Вот пару командиров таких расстрелять, показать всем. Смотрите, у него солдаты жили как свиньи, ему выделили столько-то денег. Вот мы его стреляем и показать это. Армия была боеготова лучше. Ну как с ними еще? Но вы сказали военное время, Дмитрий, там законы другие. Там такой, знаете, это народный уже трибунал, осуждение, всего чего угодно. Ну, конечно, в любом случае, Дмитрий, мы говорим вам спасибо. Да. Спасибо за интересный разговор. Вам. Дмитрий Гордон, журналист, был сейчас гостем вечернего прайма. Будем рады вас видеть еще. Ну что ж, друзья, надеюсь, вы увидели разницу между журналистами России и Украины.